Мероприятию, главная цель и задача которого – выделить лучших сотрудников милиции области и наградить их за добросовестное несение службы, всегда уделялось заслуженное внимание. Ведь стоять на защите интересов своего государства и отдельного его жителя непросто. От работы милиционеров очень часто зависит чья-то безопасность, здоровье, порой и жизнь. К сожалению, преступления совершались и совершаются. Не все люди хотят и умеют жить по закону. Только в прошлом году на Брещине зарегистрировано порядка 11 500 преступлений, что чтобы раскрыть самое мелкое или незначительное, необходим ум и сообразительность, человечность и профессионализм, а где-то и суровость. Путь я выбрал этот, еще служа срочную службу на военно-морском флоте. Вот, пришел, я не ошибся в своем выборе и об этом не жалею. Ну, а по итогам года я был в прошлом году признан также лучшим сотрудником среди конвойных подразделений области и также в этом. То есть не снижаем планку, стремимся и также обучаю личный состав свой, чтобы тоже стремились и повышали свой уровень профессиональный. В первую очередь мы отдавали приоритет сотрудникам, представителям служб, основных служб, это наружные службы, это службы, относящиеся к криминальной милиции. Конечно, основное это ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей, ну и, конечно, цифровые показатели. Категории представлены у нас сегодня практически представляющие все службы нашего управления. Это и всего их более 40. Это и лучшие сотрудники, и лучшие начальники служб. Ну, заслуга здесь, как вы сами понимаете, не только самих сотрудников, но и в целом служебных коллективов, милицейских всех нашей области. Помимо уже опытных сотрудников милиции, на мероприятии присутствовали и курсанты. Для них сегодняшние наставники – будущие коллеги. Поэтому их пример несения службы во многом формирует идеал настоящего милиционера. Будущим правоохранителям показали фильм, в котором были подведены итоги проделанной работы всех подразделений милиции за прошлый год. Особо отличились в 2013-м сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью. В их работе весьма важно не только владеть железной хваткой Глеба Жеглова, но и быть экономистом и бизнесменом в одном лице, уметь просчитывать все логические ходы тех нечистых на руку бизнесменов, которые плетут сети махинаций. Родители с детства привили мне, скажем так, понятие о том, что милицейская профессия, она действительно очень важна для людей, для граждан. И именно милиция стоит на страже нашей безопасности. Поэтому ничего важнее, наверное, в жизни у настоящего мужчины быть не может. Достойных сотрудников милиции в нашей области достаточно много, поэтому выбрать из них меньше полусотни непросто. При определении лучших в расчет бралась ответственность, добросовестность, грамотная организация работы, а также умение научить младших коллег. Сегодня всех сотрудников милиции, которые соответствуют этим требованиям, наградили дипломами и денежными премиями. Некоторые уже не первый год поднимаются на своеобразный Олимп и намерены нести службу также добросовестно и в дальнейшем.